Меня так возбуждает, когда ты пьяный. Дорогой, с сегодняшнего дня я решила ходить дома голой. Не болит ли у меня голова? Блин, а что это? Ох ты, господи ты, боже мой. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Первая мысль, которая меня посетила, когда я эту чаечку увидел. Кстати, я сомневаюсь, что это живой человек. Скорее всего, какой-то биоробот, да, она такое несет. Вот, это ее, ребята, вот эти вот косы такие, не полностью заплетенные, да. Это ж как ее взял, вот то. Ох ты, ёханый баба, это что ж с ней сделать тому? Ой-ой-ой-ой-ой. Это, знаете, вот такая штука есть. Деревянная, короче, перец можно толочь. Такая вот тут полость, такая, ну, типа, как чашечки такой деревянная, да, и такая вот, и ты, короче, так вот ее хренячишь, перец этот толчешь. Вот тоже, ой, ладно, короче, фантазия моя опять разгулялась, ребята, вот. Ну, не знаю, бывали ли такие чаечки живые или нет, если у вас были такие случаи, да, или, либо же есть, пишите, конечно же, это об этом в комментариях.